Вчера ночью мы сюда приехали, у нас не было ни жилья, как говорится, ни кровом, но мы искали по дороге различные хостелы, и вот нам попался такой замечательный дом, как Джун его назвал, дача. Дом выполнен полностью, деревянная постройка, двухэтажная, и здесь находятся две комнаты, внизу для двоих человек и наверху для четверых. Вот, мы замечательно устроились, немножко было холодно ночью, но сейчас днем потеплеет, выглянет солнышко, и мы согреемся. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal, y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar. Высокие в мире восковые пальмы. А здесь есть главный вход, где расположены рестораны, парковки. Вы можете легко сюда приехать на машине, оставить машину и затем выбрать, как вы совершите свою экскурсию. Вы можете это сделать на лошадях, вы можете это сделать вместе с гидом пешим ходом. И различные экскурсии от 1 часа до 5, до 6 часов по лесам, где водятся колибри, где растут пальмы, где можно посмотреть кофейные плантации. В общем, мы выбрали пешую прогулку. Сейчас мы пойдем с нашим гидом и по дороге расскажем вам историю, почему же эти пальмы выросли именно здесь и почему они являются достоянием ЮНЕСКО. O si será lo cual de tu falda. Esas curvas que en un buque a mí me atrapan. Y sobre tus alas yo despego mi vuelo. Vuela contigo pegadito, yo quiero tu meo. Hacen tus pasos hasta el cielo. Antiguamente los indios las raspaban todas desde arriba hacia abajo, sacaban un polvillo para hacer las velas. Por eso es palma de cera. Восковые пальмы, которые вы можете видеть за моей спиной, они живут в среднем 150-170 лет. И каждые три кольца – это один год. После того, как они выросли, они скидывают свои шапки, свои верхушки и ломаются. То есть поэтому некоторые пальмы уже можно видеть без верхушек. Значит, они уже... Oh,
Хинка де ла Монтаня, где можно попробовать местную еду и выпить кофе, наслаждаясь замечательными садами. Здесь есть кролики и вообще насладиться этой всей божественной природной красотой. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Мы приехали в домик колибри, знаменитой птички маленькой, которая в секунду взмахивает 70 раз. Вот здесь самое большое разнообразие. Вот вход стоит 5000 песо, и вы можете выбрать любой напиток на выбор. Вот колибри очень замечательные, они с разными хвостами, с разной длиной клювов. Вот здесь очень здорово, но прям жарко и устало. Вот гуляем уже почти четвертый час, но это того стоит.